17 липеня у Бобруйских вербках стартует международный пленэр по керамице «Арджижель». Отбудется он 17 разом, и тому все связано с этой личбой. 17 липеня 17 мастаков будут працевать 17 дней. Пленэр по керамице проводится от 2003 года у маляўничьем месте на Бярэзіне. Арджижель сбирая раз на 2 года мастаков керамистов Беларуси и інших краин. Летось за пандемией пленэр отменили, але сёлета приедут, кроме беларусов, керамисты из Украины, Молдовы, Абхазии, Испании, Бангладеша и Перу. Что примушает мастаку имкнуться у вербки, жить у отрыве от цивилизации, у своеобливых умовах на базе отпочинку. Свобода творчести, полет фантазии и, конечно, обвалы у дровных печках. По-перше, технология. Это самое главное, потому что ту технологию керамичную, которую мы спробуем и робим на пленэре, немагчыма повторить у своей мастерни у городе. Это обвалы на свежем поветре и непосредственно у горнах и дровами. Те эффекты, которые огонь покидая на керамике, не на керамике, а на глине, это, конечно, не повторно. Ты николи не добьешься этих эффектов, спецэффектов, ну и махчимости. Сёлетняя тема пленэра – фольклор и мифология у мастацтве сучасной керамики. И это будет цікава, лічуць мастакі, бо у кожнага народа свои мифы и паданні. Натхняльником Арджижелю и его мастацким керовником был и застается вядомый бобруйский керамист Валерий Калтыгин, який робит тягом пленеру вялизную глиняную скульптуру, кожным разом с новой идеей, каб потым у финальный вечер обпалить яе у открытом огне. Чекаем новых мастацких творов и зычым натхнение удельникам Арджижелю 2021. Кристина Кранкевич, Илона Иванова, Валерий Яромин. Новин региона.